Привет, Russia.ru! Меня зовут Влади, группа Каста. Мы находимся в Ростове-на-Дону. Сейчас подойдет Змей, Шим и Хамиль. Это ребята из Касты. И мы вам покажем наш город, Ростов-на-Дону. Все те места, которые нам дороги с отрочества или даже с детства. Вот идет Змей. Вот Хамиль. Шим! Вот она, улица Садовая. Скамеечка Кленовая. Не спеша едем на велосипеде. Проезжаем Дом пионеров и подъезжаем к самому знаменательному месту, к тому самому сквозняку. 10 лет назад прямо на этом месте, в самом центре Ростова, на Большой Садовой, было кафе. От него не осталось и следа. Это то самое кафе, где мы, в общем, все познакомились. Кафе было лишь для вида. Все молодежные дела вершились там, в подворотне. Как бы все там накуривались, там напивались. Сюда приходили запивать кока-колой. Опять удалялись туда. Там лестница. Лестница – это место, куда мы приходили, когда нас выгоняли со сквозняка из кафе. И там мы, в общем, продолжали отдыхать. В общем, весь движ, все настенные рисунки там первых неформальных времен Ростова, все эти надписи, там панки «Хой», рэп – это круто, либо наоборот «Кал» – все это осталось там. Лестница! Вот она, лестница, чудесница, бетонная лестница, облитая всеми возможными напитками. Написано «рэп». Непосвященным не разобрать, потому что можно подумать, что написано «пуп». Пуп. Но на самом деле это рэп. Мы все раньше жили на, вот, в окраинах города, на западном, на северном. Вот. Спустя какое-то время я волей судьбы переехал жить прямо в этот двор. Вот теперь это мой дом. Кстати говоря, никаких домов, вот мы видим вот здесь многоэтажку, ее не было. Всех этих домов тоже не было. Прямо здесь был небольшой огород за калиткой. Там росла конопля. Рвали тут же на зажигалках, сушили и пытались достичь эффекта. Эффекта не было, но мусора на нас обращали внимание. Это для них был вполне повод для того, чтобы, в общем, обломить нам весь наш молодежный кайф. Да, вот здесь славные тусовки продолжались. Ну да, после таких тусовок и рождались такие куплеты, как алкоголики, да, там что-то. Тема посвящается тунеядцам, алкоголикам, слушать запрещается. Детям, старикам и гомикам в бобиках, синяков разводят, как кроликов, забегалов, как хуя тыщешь. Пару свободных столиков, мимо картонных домиков, пьяных комиков в топиках, в поисках мужа, кружат по лужам бабы, слушай. Каждый день барыжу я, каждый день барыжу я. Каждый день поддерживает тонус, то есть пощадно мудрый срок. Романтичный образ без слов, без слов. Таков город, согретый веры, серый стол. Серия лиц, ложных амбиций, в небе вечность. Хорошая лестница. Суть бесконечность, суета, как приз. Здесь останется навсегда, несмотря на времена. Отпечаток рисковых идей, плюс стратегия ставок. Определяют результат, личный навык.